Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмак 2, Убийца Королей. В прошлой серии мы были в гостях у посла Нильфгарда, который оказался тем чмом, который именно похитил Трис. Мы также узнали в прошлой серии, что нам придется все-таки закончить все дела здесь и отправиться в Логмуин. Потому что именно туда увезли Трис, и именно там нас ждет Лето. Кроме всего прочего, у нас есть еще проблема с магами, которые решили восстановить свой совет. Так что в Логмуине, я думаю, все и разрешится. Вот и ты. Где Трис? Нильфгаардцы забрали ее с собой в Логмуине. Что? На нее наложили какое-то заклятие и превратили в фигурку. Артефактная компрессия. У них должен быть сильный маг. Он у них был. Без него Шиллерд не сумеет ее расколдовать. Но в Логмуине найдутся умелые чародеи. Это не все. Они взяли Трис с помощью Цинтии. Что? Она обманывала тебя. Возвращаемся в Верген. Немедленно. Мне придется пройти опять через призрачную битву. Это печалька. Призрачное поле битвы. Ладно, чё, погнали. Получается. А, мать твою. Это не то, это всё не то. Хорошо. Вам не пройти. Хорошая у меня помощница. Блин, такое атмосферное место, это пипец. Твою мать. Да. Ну и я так понял, нам придется избавить это место от проклятия. Не понял. Скайтайли. Ага, вот они. Судя по всему, спали. Ух ты. Ты и так умеешь, да? Вот холера. Довольно сильные противники. Я думаю, играл бы на высшем уровне сложности, они бы били меня очень больно. Надо почаще использовать парирование, блоки. Потому что что-то это как-то не очень.
Ну, Верген. Нужно искать Цинтию. И нужно искать последний магический артефакт. Ну, в принципе, я думаю, без розы памяти это... Это будет довольно сложно. Ну, может, мы ее где-то найдем, или будет какой-то заменитель, или еще какая-то хрень, я ж не знаю. Но уже вечер, блин. Мне тут вряд ли что-то удастся найти. Железная руда, кожа, дратва. Нифига, даже и не думаю. Хотя не, придется что-то выбросить. Ну вот, меч. Прощай. 48. Может еще вот эту полуторку выкинуть. Где не, ну, тут что-то за 3 есть. Это вот это. Оно почти ни хера не весит, поэтому тесак выброшу. Нет, тесак дороже стоит. Ну ладно, 7 монет, хер с ним. Пока продать все равно негде. Вот оно валяется. Такс. Я надеюсь, у меня будут шансы все-таки вылечить Саски. Потому что я не помню. Я в основном проходил Ведьмак второй. Ну, наверное, раза 3. И 2 из них я проходил именно за Верна на Роше, поэтому я смутно помню, что тут, если будет быть на стороне Скайтейли. Некий такой новый опыт. Как я была глупа. Смотри, смотри, ведьмак. Нильфгардская дешевка обманула Филиппу Эльхард. Ну да. Я ее найду. А потом мы потешимся так, как никогда прежде. Она пожалеет, что ее мать не сделала аборт. Мы остались без розы памяти. Не обязательно. Эта змея Цинтия так спешила, что бросила все свои безделушки. А среди них... Так и есть. Среди них роза памяти Трис Меригольд. Время идет, Геральт. Цветок скоро завянет. Тогда чего мы ждем? Окей, давайте поднимем уровень. Фига, 3 уровня. Такс. Скорость восстановления энергии в бою. Шанс убить с одного удара. Шанс критического эффекта потеря крови. Всех критических эффектов. Да, конечно. К здоровью, снижение урона 15%. Добивающие удары, когда заполнена шкала адреналина, всплеск адреналина, но это уже топовое, короче, умение. Ну тут, блин, 15 вероятность, тут 10. Ну 150 здоровья и 15 к снижению урона, я думаю, прокачать будет не лишним. Так, Филиппа. Какие у меня задания-то еще есть? В поисках магии. Что мне там еще надо сделать-то? По-моему, мне нужно еще найти знамя бурой хоругви. А, просить людей. Это мы сейчас сделаем. Я думаю, Бурдон знает об этих всех делах. О, торговец есть. Торговец, у тебя хотя бы откатились теперь? А, там серебряная руда. Или что-то вроде. Что я за меч-то использую? А, вот, держи, кстати. Меч пениса. Так.
Это... серебряные мечи, да? Дороговастенькие. Здоровье 30. Твою мать, вы посмотрите, что я только что продал, а? Ага. Да, блин. Херово. Вот идиот, а? Ладно, давайте я попробую перезагрузиться, что ли. Так, вот мы приблизительно где-то на том же месте. Я тут пораспродал хлама. Так, надо будет еще только вот этот меч чем-то заковать. Сейчас посмотрим, что у меня из заковки есть. Так, давайте эту. Ну и вот эту. Что тут теперь? 20-27... 55 к здоровью. Нормально, по-моему. Так, ну, по показателям лучше. В принципе, да? То есть теперь у меня новый меч. Здравый такой, да? Хорошо. Пошли тогда узнавать дальше. Так. Привет. Удачи! Иди бабу свою тыкай! О, ренцы! Еще ренцы! Ну ладно. А сейчас можно и бабу потыкать. Где тут еще кто? Давайте в этот самый, в арену зайдем, в таверну зайдем. Че, может там кто из знатоков живет? В принципе, уже вечер, поэтому... я думаю, все там заседают. Ой, еще один! Пусти одного человека. Ты по делу или пришел отдохнуть? Отдохнуть и потратить деньги. По делу. О, в таком случае милости прошу. Чем могу помочь? У вас в городе рассказывают что-нибудь о чародеях или колдовских местах? Если не считать небесного огня, которую строила эта сука 3 года назад. В лесу за Вергеном жил когда-то чародей. Поищи, может, от него что осталось. А проще всего расспроси Сесили Бурдона. Лучше него историю Вергена никто не знает. Да я тоже так думаю. Как муравьи. Говорят, человечья баба едва к мужику подсядет, так у ней уже брюхо вздувается. А где Сесиль-то? Блин. В трактире никого. Плохо. Ладно, хер с тобой, давай промедитируем. Хер с тобой, золотая рыбка. До полудня. Такс. Это вообще что за ведьмак такой? А Сесиль должен быть на воротах. Он ведь староста, постоянно там что-то толкает. Блин, опять дождь. Смотри, не выделывайся. О! Я думал, у меня в подвале Василиск завелся. А это моя старуха в угольный ларь полезла. Ха, понятно. Держи вещицы. Что есть? А вот то, о чем я вам говорил. Доспехи из чешуи дракона уже готовы за 3600. Это, по-моему, лучший доспех, который я видел в игре. Ну ладно. К сожалению, купить я его не могу, ибо баблишка я столько не имею.
Серебряная руда. Так, так, так. Значит, тут взаправду водятся привидения. Сделай ко мне. Не, о, вот, вот это. Видите, 25, то есть он лучше мне. Мне так кажется. Где. Вот это он, по-моему. Крепкий серебряный меч. Да, давайте создадим. Посмотрим, может быть, он просто даже хуже за мой. Вот это, что у меня есть. Но нет, смотрите-ка. Зря я камни, выходит, повставлял. Ну ладно, чё. Хер с ним. У меня, по-моему, камней больше нету. Ну да. Так глядишь и пойдёт. Чё, могу я у тебя что-то из камней купить? А это моя старуха в угольный ларь полезла. А у тебя камней-то и нет. Ладно, чё, хер с тобой, золотая рыбка. Так, походим. А нет, его на воротах. Интересно. Такс. Скален. В поисках магии. В поисках магии. Так мне ж Сесиль нужен, а не Скален. Или я что-то не понимаю? Ладно. А чё вы тут столпились-то? О-о-о. Ладно, чё, пойдёмте искать того. Представляешь, может, я нам тут получил... рассказать чё-то. Нет, подожди, это ж таверна. Хер мне тут кто чё расскажет-то. Или это не здесь? Да ё-моё. А? Что? Они что, перемещаются, что ли? Хватит от меня бегать. Тут никого. Ты был прав. Мятежники не жаждут крови, не к добру это. Отобрали у нас оружие и взяли слово чести, что мы не сбежим. Это плохо? Да. Хенсельд, в отличие от них, очень хочет крови. И он скоро будет тут. Я понял. Сведения о бурой хоругве. Последнее время я часто слышу о бурой хоругве. А, легкая каэдвенская кавалерия. Встречал их под Бреной. Они нам на помощь пришли. Но это когда было? Думаю, они все полегли 3 года назад. Под Вергеном. Ты говорил, что вы искали ведьмака с амулетом змеи. Да. Шала де Тансервиль приказала. Я вроде уже рассказывал. Дала нам простой приказ. Убить его и всех, кто будет с ним. Никаких расспросов, слежки. Ничего такого. Ага. Ладно, чё. Блин, где мне этих странных дебилов искать? Я могу, конечно, и так на поиски пойти. Чем черт не шутит? Похер. Погнали так искать их. Блин, FPS проседает очень дико, когда дождь идет. Ну да ладно. Смотри, не выделывайся. Пойду так. Или сначала найду. Вот гляжу я на этого ведьмака и думаю, есть в нем что-то необычное. Он из тех. Мне нужно найти место, насыщенное магией или как-то связанное с чародеями. Можешь припомнить что-нибудь такое в окрестностях Вергена? Дай подумаю. В лесу за Вергеном жил когда-то чародей Верфан. Он призывал элементалей. Говорят, это его зверюги подкопали нам южную стену.
Еще можно в руинах поискать или в пустых склепах. Ну, а если и в каменюках днем с огнем магии нет, то уж и не знаю. Я понял. Давай поборемся. Поборешься со мной? На руках. Почему бы и нет? Покажи, на что ты способен. Я же сказал. Кто? С кем мне? С Ярпином Зигрином и Шелдоном. Шелдон Скакс, Ярпин Зигрин. Сейчас посмотрим. Ярпин Зигрин. Эй, лопни мои глаза, ков... Давай на руках. Шелдон говорил, ты мастер на руках бороться. А то ж. Он не рассказывал, как я его положил? Как-то не случилось. Старый хрен. Ну что, поборешься со мной? В любую минуту. Ну так как? Да. Покажи, на что ты способен. Ой, еще один. Но? Пусти одного человека. Гля, за ним уже сотня приползла. Как муравьи. Говорят, человечья баба едва к мужику подсядет, так у нее уже брюхо вздувает. Сломбак. Неплохо тебя в этом твоем кайр-морхане тренировали. Да ты тоже здоров. Так, Ярпин готов. Шелдон Скакс, ты следующий. Золтан как-то говорил, что вся ваша компания... Настоящие мастера в борьбе на руках. В свое время сильнее нас никого не было. Может, сейчас кто найдется? Вот и посмотрим. Ну что, попробуем? А то. Покажи, на что тебя хватит. Ну, давай. Не очень. У тебя в предках точно не было краснолюдов? Я вот, что, похож на краснолюда? Вернется ко мне память, и узнаем. А где этот, блин? А вот, Скалин. Ну давай. Борешься со мной? На руках. Почему бы и нет? Покажи, на что ты способен. Ну что? Попробуешь? Да. Покажи, на что ты способен. Ты же должен быть сильнее остальных, по идее. Воу-воу-воу-воу-воу. Сука, твою мать. Чё творить-то? Не, ну это пипец. Положил. Ну, как таким, как он, что война, что чё? Блин, давай еще раз. Поборешься со мной? На руках. Почему бы и нет? Да иди ты нахер. Я раз 15, наверное, попробовал. Все, нахер иди. Не хочу я больше с ними на руках бороться. Слишком уж они сильны. А, да. Вечный бой. Какие у меня наводки есть? Ясно, никаких. Ладно. Смотри, не выделывайся. Выйдем из города, начнем их искать. Я помню, там был какой-то склеп. Короче, найдем. Не впервой. Так. Ну вот, где-то, наверное, вдоль реки мне и надо двигаться.
Других вариантов я в принципе не вижу. Чё там? Чё загрузка-то такая? А, призраки. Ну давай, выходи. Нет, смотри, нету никого. Ладно. А где тут проход-то? Тут же нарисовано, что проход. Нет, это ложь. Дождь очищает. Чё очищает-то? Как мне туда попасть? Тут какой-то поворот есть. Блин. Во мглу попал. Они так и не поняли, в чем дело. Не-не-не-не-не. Больные, что ли? Хотя не, блин, это реально неплохой шанс как-то пробраться на ту сторону. Учитывая то, что где-то здесь идет призрачная битва, а мне нужно пройти вдоль реки и как-то попасть туда. Тут прохода нет. Тут только по шахтам, наверное. Ладно, хрен с ним. Давайте-ка закончим на этом серию. Продолжим уже в следующей. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео и всем пока.